Господи, дверь смазать не могут. Лежат, жрать им подавай. Ну, Чара! Ё-моё! Замотали уже! Не было твоего йогурта? Не было! Все кассирши покраснели на кассе! Правда, что это с твоими волосами? С моими волосами? Они от стыда покраснели! Йогурт, извините меня, нахуцы! Какие нахуцы? А чем ты мне больше не пиши мне такие вещи? Я опоздала. Я тебя спросил, что у тебя с волосами? Краску вылили. А ну в 3 часа ночи хожу я по этим 24 часов магазинам. Сметану будешь есть. Кефир будешь пить. Я не хочу. Чего ты не хочешь? Чего не хочешь? Не хочу. Йогурт хочешь, да? А сырный соус взяла? Чего не взяла? Я устала от твоих выкрутасов. Чипсоузы какие-то. Да я выговорить не могу это все. Потому что ты не современная. Да потому что я глухая. У меня нету глуховых аппаратов. В прошлом году 2 купили, 2. Где они? Надоели. Все надоели в нем. Ну, иди в кухню тогда. Иди, ищи. Там есть. Я пытался найти. Ну, я где-то нашел, но потом... Короче, кухня, иди. Да? Хорошо. Где в кухне? В холодильнике? Так это были не AirPods. Почему не работают AirPods? Блин, что? Что это за AirPods? Что же мне? Блин. Такие твердые. Это вот что осталось от моих глуховых аппаратов? А? Я же тебе сказала не трогать! Не трогать! Что мне делать? Зубная щетка что делает в морозилке? Зубная щетка в морозилке что делает? Кому ты зубы собрался чистить? Льдом. Хотел почистить. Другое место себе прочисти, льдом. Другое место! Не дай бог ты. Очки вы мне что сделали с моими очками? Что мне с очками сделали? Хожу как бутафорная вся. Аирподсы, я покажу вам, где аирподсы. Надоели, все, замораживаю. Просто... пошли, я тебя заморозила. Я тебя в морозилку. Просто мне папа сказал, что это аирподсы. Папа, я и папе дам сейчас ты. Пошли быстро в морозилку. Пошли, не йогурт я тебе покажу. И нахуй я тебе покажу. Хреновина, и сегодня я буду показывать, как я живу. Точнее, что я употребляю. В общем-то, вы поняли. Я не могу это выговорить. Это слово! В общем-то, я вам покажу первое. Чертовая банка, блин. Вот эта банковская карта, она раньше была... вот этот банк раньше был... Но теперь его нету, прикиньте! Послай ты карту к черту. А второе, что я вам покажу, это какое пиво я пью. Да с ним мы пьем с Мисой. Миса! Чего? Показывать, какое пиво мы пьем. Да! Сказал бы, да. В общем-то, первое пиво. Алкогольное. Птичье. Куриное. Молочно-клубничное. Молочно-шоколадное. Молочно-вишневое. Молочно-кефирное. Вишневое.
клубничные, голубичные, черешневые. В общем-то, мы вот такое пиво и пьем с Мисой. Третье, что я хочу вам показать, это монитор от компьютера. Блин! Монитор от компьютера. Короче, у нас произошло короткое замыкание и сказывается от него. Короче, на соседи затопляли, поэтому короткое замыкание произошло. И, в общем-то, компьютер просто взлетел и на меня. И, в общем-то, ребята, кому это видео понравилось, хотите вторую часть, соберите 20, точнее, 5 лайков. Давайте, набирайте. Ну, с вами я прощаюсь. С вами я, Настя Хреновина. Всем пока. Фух, наконец-то. Еле вытерпела. Я уж вспотела уже. О, вентилятор. Опа. Бабушка, а как ты сделал в капоконе? Зачем тебе? Ну просто я хочу узнать. Ты хочешь узнать? Ух, как бабка познакомилась с девушкой. А дело было. Так. Полник страстный шипов. И для любви. Засрали всю клетку. Любовь у вас, любовь. И у меня любовь. Тарам-та-там. Афанасий! Акрофена! Ой! Афанасий! Акрофенушка, смотри, я тебе курицу подарил. А у меня свои есть. Зачем мне еще куры? Что ты не мог мне розочки нарвать? Ну, курица тоже неплохо. Афанасий, спаси меня. В смысле? А почему? Что случилось? Афанасий, там санитары дежурят. Санитары? Так ну, прыгай. Хорошо, я сейчас придумаю, на чем к тебе спуститься. А почему санитары стояли? Это было надо спросить у моего папы. В смысле? Ну, он говорит, что у меня навязчивая идея была. Выйти замуж. Женщина, которая хочет выйти замуж, значит, ее надо лечить. Вот он приставил ко мне всех с психушки. А дальше что произошло? А дальше? А дальше было так. Афанасий, я подожди сейчас, парик одену, чтобы меня санитары не узнали. Ну как? Ну не похоже на себя. Точно? Да, точно. Давай, спрыгивай. Хорошо, Афанасий, держи меня только. Хорошо. Я начинаю спускаться. Санитары, смотри, санитары, что мне пришли. Когда... Да, держи веревку! Держу веревку! Молодец! Молодец! Сейчас! Смотри санитаров! Боюсь! Держи меня, Афанасий! Афанасий! Я же сказала, меня ловить надо! Афанасий! Афанасий!
не трогай. Я не выйду за тебя замуж. Афанасий! Где мои санитары? Где санитары мои? Нет! Ничего себе, как ты познакомилась с дедушкой. У меня семейное фото есть. Покажи. Вот, смотри.